Вот это вот кольцо, это самое главное, которое удерживает здесь все. Основная сложность проекта – высотный перепад порядка 16 метров. Высота стандартного пятиэтажного дома. Подпорные стены центрального кольца уходят вниз на глубину 3 метра. По ходу приходилось импровизировать. После сильного дождя было решено добавить подпорные стены вдоль центральной лестницы. Само собой, нужно было продумать доступ в парк для тех, кто передвигается на колясках или с колясками. Здесь перепады высот большие, и чтобы заезжать инвалидам либо женщинам с детьми, то есть им нужно, естественно, склоны небольшие, поэтому нам вариантов, ну вот сделали мы два варианта, вот один сюда с небольшим склоном с заездом на верхнюю площадку и один спуск небольшой к памятнику. По словам строителей, объект готов более чем на 80%. Завершается укладка плитки. Рабочие начали стелить газон. Здесь будет порядка 2000 квадратных метров травяного покрытия. Первый полив обильный, чтобы газон прижился. Поддерживать его в тонусе будет система полива с более чем 1,5 сотнями точек. Производится работа по укладке и монтажу автоматического полива. Сейчас вот домонтируем дождеватели, потому что мы их ставить без ковра нельзя. То есть сейчас их устанавливаем. Кроме того, заказаны лавочки, урны. 20 штук лавочек здесь будут установлены. Будем устанавливать их 20-го, 6 урн. Открытие запланировано на 25 августа. Местные жители ждут новый сквер. Субсех развивается быстрыми темпами, и такая площадка здесь сегодня необходима. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.